Ну что ж, ребята, всем привет! Долгожданные итоги розыгрыша прокачки на 24 тысячи UC, который у меня проходил прямо в телеграм-канале. Но если ты не выиграл и хочешь все-таки выиграть, переходи прямо сейчас в мою телегу, ведь я снова запустил новый розыгрыш на 24 тысячи UC. Ну и конечно же, ребята, не забываем про мой магазин UC с самыми низкими ценами, самым быстрым обслуживанием, ведь все заказы выполняю именно я сам. Так что переходи прямо сейчас по ссылочке в описании и лутай UC-шки по самым вкусным ценам. С утра вставать, я такой уже ложусь спать. Все уже, а потом вспоминаю, что я выиграл прокачку, и у меня просто начинает сердце просто биться. И я не мог заснуть так 3 часа. Но по итогу я все-таки проснулся. Я думал, я не проснусь. Ну что ж, зашли мы, получается, на аккаунт подписчика. Как вы можете заметить, закинули ему 24 тысячи UC. Вы можете заметить, что аккаунт у него достаточно такой уже прокачанный, но это рандом, ребята. Кто выиграл в розыгрыше, того и прокачивал. Мог и человек, который только вчера игру скачал, да, выиграть, а мог вот человек, который уже достаточно давно играет и неплохие деньги в игру вкидывает. В общем, заказал он у нас прокачать ему М-ку гуру до 6 уровня, да, и покрутить немножечко, получается, пользовательский кейс. Давайте посмотрим, что у него, в принципе, на аккаунте есть. Потому что аккаунт достаточно такой интересный. Есть у него тут пару золотых скинов. Есть у него все практически X-костюмы, да. Ну, как вы знаете, то, что они достаточно хорошо сыпали. Вот, есть у него даже, получается, ворон. Что у него здесь есть? Ну, и в основном остальное все РП-шные мифики. Давайте посмотрим, что у него тут по каскам есть. По каскам есть даже вот это вот извращение. Ну, я считаю это извращением. Вот, что у него здесь еще есть? Давайте зайдем в мастерскую, лабораторию. Ё-моё, 25 пушек. Ну, парень видно, что играет и вкидывает достаточно неплохие деньги. Да, пулики у него, М-ки у него тут есть. У него даже шут до килчата прокачан. М-ка, у него ледник не прокачана, но ему нужно, получается, прокачать серебряный гуру до 6 уровня. Нужно нам еще, получается, сюда 6 материалов. Я думаю, за 24 тысячи мы спокойно с вами нафармим. Кстати, я забыл совсем про подарок за покупку. Здесь еще 2 материальчика, да? И вот этот вот ящик. Братан, дай мне, пожалуйста, 6к. 6 тысяч. Вот ни разу не видел, чтобы выпадало 6 тысяч. Вот дай мне. Самый минимальный пакет 1200. Да, ё-моё, камон, игра, ты что творишь со мной? В общем, заходим, получается. Блин, где мы будем фармить материал? Посмотрим, что он здесь уже крутил. Здесь у него откручено до 108 прокрутов. Думаю, сейчас стоит его добить до 250 прокрутов. А дальше уже посмотрим. Возможно, пойдем еще покрутим немножечко МКшку. Может, там нам будет материал неплохо сыпать. Ну что ж, погнали. Давайте, первые 10 UC. Падает нам краска. Ну, краска нам тоже нужна. И погнали открывать. Так, пусто. Ну, это скамерская рулетка, потому что я ее сам на 30к крутил. Она тут, ну, практически не дает. Только за гран дает. Ну, неплохо выпало. Но это и то, скорее всего, гарант. Нет, удача на 9 только выкручена. Хотя, ну, не знаю. В общем, по-моему, это гарант. Опять пусто. И опять пусто. Ну, камон, игра, ну дай что-нибудь, пожалуйста. Дай золотой костюм, чтобы он у нас переработался, да? У него, по-моему, еще каски нету отсюда. Ну, точнее, головного убора. Сразу извиняюсь за задний фон, потому что хромакей меня заколебал. На его фоне я вообще никакую одежду толком одеть не могу, потому что я становлюсь полупрозрачным. В общем, немножко подождите, скоро у меня будет готова комната для съемок. И тогда будет вообще все по кайфу. И картинка, и задний фон. Так что стоит немножечко подождать. Через недельку, через две уже будут нормальные такие видосы. Так, ну это скорее всего опять гарантом нам падает. Потому что я за ними не смотрю. Так, остается нам здесь открутить еще 50 прокрутов. 5 материалов. Ну... Нет, дорогая рулетка, ребят, ну, не советую вам ее крутить, потому что если вам прям надо эти скины, то крутите. Если вы хотите там себе пофармить материалы или что-то еще, ну, блин, ну, такое. Не самая удачная рулетка от разрабов.
Потому что, ну, такое. Ну, кстати, на одном недонатном аккаунте, да, был у меня там небольшой челлендж, пареньку молодому прокачивали. Ему, по-моему, золотой костюм, помнится, мне выпал. Так, забрали мы здесь материал, забрали мы здесь самоцвет. Так, М-ку Гуру мы уже, скорее всего, прокачиваем. Так, если посчитать, да, мы ее прокачиваем. Пошлите тогда, зайдем. Куда мы зайдем? Пользовательский кейс. Давайте его покрутим. Просил нам открутить пользовательский кейс. Говорит, пару мификов отсюда забрать. Ну, блин, мне кажется, он настроен оптимистично. Давайте смотреть. Так, гарантированная награда. А, кстати, здесь... А чё, я не знал, что здесь это есть скины кроликов. Так, так. Блин, это, кстати, такой неплохой скин. Побегать в нем можно немножко, хоть и легендарка, да? Зная разрабов, да? Они могли бы его даже мификом сделать. Так, лего падает. Забайтило. Я уж думал, мифик. Легендарка в коллекцию тоже пойдет. Тут у нас еще есть гаранты. Неплохо. А в гарантах у нас падают мифики? Давайте посмотрим. Ну, он говорит, пару мификов отсюда забрать. А потом, говорит, на свое усмотрение. Ну, не знаю. Пусто, вообще пусто. Блин, мне так не очень хочется. Давайте еще один гарант. До гаранта добьем. Ботиночки выбили от этого сета. Пару мификов. Нет, мне кажется, мы отсюда вообще никакие мифики не заберем. А, ну, в гарантах есть мифики. Было бы неплохо что-то бы отсюда реально забрать. Давайте. Сюда на базу мифик. Офигеть. Офигеть. Давай еще один мифик. Так, рюкзак. Ну, погнали, давайте еще один мифик заберем. Так, что? А, легендарка. Надо посмотреть, что он у меня еще просил, чтобы уж точно не это. А, ему нужен скар изящная длань. Это что за скар? Давайте пойдем его лучше покрутим. Так, давайте отправим перк икона. Изящная длань. Это вот, по-моему, вот этот вот скар. Нет. А где этот скар? Я что-то немножечко не понимаю. Может, ему его прокачать нужно? Что-то я вот не подготовился. Совсем не подготовился. Или... Блин, я не понимаю немножечко момента вот этого. Или это, по-моему, рулетка так называется. Давайте посмотрим, как вообще скин называется. Я, короче, затроил максимально, потому что я не знаю, что это за изящная длань. В общем, возвращаемся. Это получается раскраска, так называется, рассвет. Сам скар называется изящная длань. Капец, я затроил. Рулетка сейчас дорогая, 600 UC стоит. Вы что, офигели, что ли? Ну, погнали крутить. Чую, мы все бабки сейчас здесь оставим. Еще музыка такая противная у этой рулетки. Ё-моё. Что за скам? Это что за хрень? Игра. 400 монеток, если что, он стоит. Ешки тут падают. Ну, до последнего я не хотел эту рулетку крутить. Мне кажется, она самая такая. Я вообще не видел, чтоб отсюда что-то падало. Ну, может, я просто такой невезучий. Или ролики не смотрю чужие. Напишите, ребят, в комментах, кому-то отсюда что-то падало. Вот не за гарант, не за обмен. Потому что, ну, я вообще такого, типа... Нам не хватит просто даже монет нафармить. Просто не хватит. Ну отсюда хоть части материала фармится хоть как-то. Тоже плюс. Ну блин.
Ладно, человек сказал, давайте делать. Просто пусто. На монет-то хватит, нет вообще. Даже до гаранта еще не докрутили. Тут еще надо, сколько там, 3 прокрута, 3 десятки. Ну, зато ппшка фармится. Тоже плюс. Во всем нужно искать плюсы. Она какая-то багованная. Либо у меня планшет глючит. Спасибо тебе за эмоцию. Ну давайте еще одну десятку прокрутим. Да, в любом случае нужно уже дофармливать сколько можно эти монеты. Мифическая башка. Спасибо. Кланяюсь тебе, игра. Спасибо за эту башку, которая падает всем. С гарантов даже. Даже сейчас она, наверное, второй раз... Сюда, Скорель! Сюда просто на базу. Просто на базу. Вот это фарт. Вы видели? Просто фарт. Нам нужно было ее, и какая вероятность была, что выпадет именно Скорелька. Я рад. Вот это я понимаю. Блин, 250 монет осталось. Я думаю, стоит забрать части материала, да, отсюда на все. Потому что, ну, Бигфут у него имеется. Костюмы ему отсюда не нужны. Какая музыка противная. Давайте заберем отсюда, получается, вот материал. Надеюсь, я поступил правильно, потому что, ну, блин, я по-другому это вообще никак не вижу, да? Давайте пойдем прокачаем М-ку у него, гуру, а там уже дальше посмотрим, что у нас останется. Так, обмен частей, забираем самоцвет. И... забираем, получается, на все материалы. 4 материальчика. 8 материалов у нас есть, а там нужно, по-моему, 7. А, ну у нас еще вот здесь 4 материала. Неплохо. Но фармили мы ему, получается. Уже 11 материалов был у него, один материал. Так. Где у нас эмочка гуру? Качаем ее до окончательной формы. И ему еще нужно 2 материала до ящика с добычей. Он сказал дальше уже потом на свое усмотрение. Но я думаю, что пойдемте попробуем еще добить последний мифик. Может, все-таки нам что-то и выпадет с пользовательского кейса. А там уже дальше, вот как он сам захочет и распределиться, блин, распорядиться своими материалами. Так, опять нам падает рюкзак. Никому не нужный. Давай нам мифик. По-братски игра. Не за гарант, а вот прямо отсюда с десятки. Блин, опять легендарка. Да ты что будешь делать-то, игра? Ну и давайте уже последнюю десятку. Да, последнюю же. Это больше у нас UC-шек нет. И посмотрим, что у нас с гаранта упало. Давай. Какой-нибудь мифик, я не знаю. Я даже не знаю, какой нам упал. Статье. Статье. Ну ладно, тут, по-моему, все вроде неплохие. Опять рюкзак упал. Ну давайте, ребят, посмотрим, что мы ему, получается, сделали. Мы ему прокачали М-ку гуру, да? Как он и просил, до 6 уровня. Выбили ему Скорель. Где она у нас? Это Скорелька. Вот выбили. Хоть у него уже и была прокачана, но он захотел вот эту. Хозяин-барин. Выбили мы у него по скинам, получается, вот такой вот мифик. Ну, неплохой мифик, как мифик, ничего такого в нем особенного нету. Выбили там пару легендарок, прокачали М-ку гуру. Ну и, в принципе, все. UC-шки у нас кончились, ребят. Вот, еще раз повторяю, кто не выиграл в розыгрыше, не расстраивайтесь, потому что прямо сейчас в своем телеграм-канале я запускаю новый розыгрыш на 24 тысячи UC. Так что переходите по ссылочке в описании и... прожимайте там кнопку «Участвуй» и все. И, возможно, вы будете там в одном из следующих роликов. А я вас, как всегда, всех люблю, всех обнял. Всем пока.